Слышно? Ну супер. Хорошо, видно и слышно. Спасибо большое. Ну да, мне кажется, мне так больше идет. Ты любишь карандаши для губ? Да. Особенно сейчас, когда у меня небольшие губы, я его съедаю прям. Каждый час подкрашиваю губы. Ой, я люблю спать на лице. Это ужасно. На животе. Хороший карандаш для глаз. Какой у меня карандаш? Ну, я Dior вообще пользуюсь, но он растекается. Лаура Мерсье мне нравится, хотя он не жирный. Да их много, у меня их около 15 штук. Вы такая стройная или придерживаетесь какой? Ну, я стараюсь не есть вредную еду. Кушаю огурчик. А ваш муж не против, что вы по вечерам с Натой ходите гулять? Не хочет с вами? Нет, не против. Почему он должен быть против? Мы с Натой, когда они хотят присоединиться, они присоединяются, они приезжают. Мы с Натой по вечерам вместе, потому что мы обсуждаем работу, мы постоянно что-то, вот видите, что-то рисуем, что-то придумываем, что-то записываем, расходы, доходы. Вот. Не потому, что мы просто любим вместе погулять. Но это тоже, конечно. Блин, почему вы от меня скрываете ваши сторис? Я ничего не скрываю ни от кого. Я либо блокирую человека полностью, чтобы он меня не видел, если мне не хочется этого. А что касается, скрываю от кого-то сторис, нет, это неправда. Здравствуйте. Я родилась в Баку. Никита, привет, дорогой. Нет, губы я увеличивать не буду. В браке 6 лет. Спасибо большое. Губы зажили, да, на 2 недели. Любимая маска на ночь, маска Золушки. Очень мне нравится. От Вальмонт. Всем шикарного вечера. Иван. Когда она-то покажет, как заплетает свой пучок. Как ремонт заканчивается? Ну, да, уже картинка вырисовывается. Это очень круто. У меня муж домосед, и я должна рядом сидеть. Редко выхожу. Ну, я дома сидеть не могу, потому что... Ну, как я могу сидеть дома, если я должна ездить, проверять, работать, обсуждать, планировать. Муж мой это знает, принимает. Я армянка. Обертывание, я всегда, да, делала горячее обертывание. Мне нравится. Как с Евгением познакомились? Вообще, Женю давно, очень давно знает Арсен. Вот, и он нас познакомил с Женей.
спасибо. Мы в ресторане Макузани. Добрый вечер, ваша племяшка ходит сейчас в сад. Нет, Стефи не ходит в сад, ей не нравится, ей не понравилось. И мы не стали ее мучить. Как вы познакомились с Аней Сулейманяной, Евгений? С Аней нас тоже познакомил Арсен. Слушай, нас прям Арсен со всеми знакомы. Женей, с Аней. Прикол. Почему вы не рассказываете, как познакомились с Женей и мужем? Почему не рассказываю? Я же рассказываю. Арсен нас представил, познакомил. Мы начали общаться. И сейчас мне кажется уже, что мы знаем Женю уже просто миллион лет. Она уже нам как сестра. Да, реально. Вальбон же дневная маска. Почему? Нет, маска Золушка. Ночная маска. Но я ее воспринимаю как ночную, не знаю. Что кушаю сейчас? Вот, смотрите. Мы кушаем помидорчики, огурчики. Надка сидит, смотрите, вот. Королевишна. Лен, если заказать одежду у вас, когда получу Тбилиси? Спасибо. У нас доставка идет 3-4 дня. У тебя очень красивые ступни, господи. Спасибо. Мы общаемся с Ноной и с нашими другими подругами. Мне кажется, у меня опять, да, зависло все. Над, походу, на тебе все зависло. Я вас не узнала. Виснет, зависла. Проверь, зависла? Если да, то я выйду, я уже устала. Да, Анатолий? Делает то, чего сделала я. А вы сами придумывали дизайн квартиры или дизайнер? Я придумывала, и то, что я заплатила дизайнеру 200 тысяч, это выброшенные деньги, я вам так скажу, потому что она мне только все накосячила. Вот сейчас это все всплывает, и я, конечно, уже стараюсь не расстраиваться, потому что, ну, уже поздно. Уже не поменяешь электрику и другие моменты. Вот, но все, все придумала я, и ну, Ната мне помогала. Грозный, ну, тоже 3-4 дня, я думаю. Мне понравился вопрос. А почему вы себя считаете армянкой, если вы делитесь в Баку и родители оттуда? А если Стефани родилась в Москве, значит, она русская? Ну, потому что у человека есть национальность и есть город, в котором он родился. И если русский человек родится в Армении, это не значит, что он стал армянином при этом. Поэтому. Не думаете открыть шоурум в других городах? Мы сейчас пока хотим в Москве расшириться, потом уже будем думать про другие города. Вы считаете себя красивой? Блин, такой вопрос, я не знаю, как ответить на него. Я себе нравлюсь. Да, я считаю себя красивой.
ну а что? Больно. Это же операция. Мне кто-то постоянно отправляет запрос на участие в эфире. Нет, девочки, мы работаем на Дубровке, у нас есть магазин там. Уважаю вас, спасибо большое. Ценю. Ответьте про часы. А что мне ответить про часы? Вам повторить оперой? Не, спасибо. Дэн, подскажи, пожалуйста, как реагировать на то, что парень сказал, будет ездить за границу без разрешения? Ну, поняла. Ну уведомит вас. Ну, в смысле, разрешение. Не поняла. Ну, если у вас парень, я так понимаю, и он собирается поехать какую-то поездку за границу, он уведомит вас. Ну, а что вы хотите? Письменное разрешение, чтобы он получил на это? Немножко не поняла вопрос. Привет из Сан-Франциско. Привет. Эфир про то, как укладываю волосы. Девочки, я не умею сама укладывать волосы. Я могу, конечно, попросить мастера, чтобы показал, как укладывает мне волосы. Но я в этом не сильна. Я не умею укладывать вообще волосы. Ирина, какой любимый фильм? Ой, я люблю «Красотку». Ну, из старых фильмов, если. Вообще много фильмов могу выделить. Нет. С изумрудом, как где приобрести, нет никаких отметок. Мы его покупали, Ната его покупала в Дубае. В Дубае Молли есть магазин для Маркус ювелирный, там она его покупала. Какой вуз вы оканчивали и какой факультет? Мы с Натой закончили Российский государственный гуманитарный университет, факультет управления, специальность менеджмент. Нет, я ничего не капаю в глаза. Больно выводить филлеры, после через сколько можно опять колоть? Про какой филлер вы говорите? Привет. Какую книгу сейчас читаю? Вот сейчас я ничего не читаю, у меня сейчас в сумке лежит книга. Я ее в Питере покупала. Ну, я вам покажу, я не помню автора. Почему не повторили апероль? Потому что я за рулем, НАТО не любит особо. Нет, почему? Мы покушали с Натой уже. Это я не люблю кушать на камеру. Мы покушали такое грузинское блюдо, лобио с капустой соленой. Очень вкусно. Елена, жакеты можно надевать под шубы, кожаные куртки? Ну, под кожаные куртки нет, а шубу накинуть сверху, да, почему нет? Чем занимаются наши родители? Моя мама не работает, а наш папа, ну, в бизнесе,